жертвенный агнец. Ты примешь нашу святую плоть. Все начнется сейчас. Какого хера? Эй, хватит! Слышь, Янки, звать-то как? Леон. Неразговорчивый. Я Луис Серра. Похоже, мы с тобой выбрали так себе место для отпуска. Эй, хватит! Хорош уже дергать. Мне и без того хреново. Я понял твой замысел. Это не первая твоя передряга, да? Я думаю, что ты здесь ищешь кого-то. Дай угадаю. Может, пропавшую синьориту? Где она? Ну, я жду. Ладно. Слышал, что они переводят синьориту. Переводят? Куда? Кто же его знает. Но потом видел, как кого-то тащили в церковь. Мерда. Общаться с тобой опасно. Эй, куда пошел? Пока, амиго. Черт, все спиздили. Ля ты, крыса какая. Убежала она, да? Предлагаю найти и сломать ему нос. Все, всех приветствую, ребят. Продолжаем наше выживание. Кто это? Гнездо. Это Кондор-1. Я нашел орленка. Кажется, ее держат в какой-то церкви. Что ж, молодец. Об этом мне сказал один тип. Назвался Луисом Серой. Он какой-то подозрительный. Проверь-ка его досье. Ясно, Кондор-1. Прямо сейчас и займусь. А ты пока тогда доберись до церкви. Ну да. Как раз давно в грехах не каялся. Кондор-1, конец связи. Да, мы с вами обязательно доберемся до церкви. Только давайте посмотрим, не сбились ли у меня настройки сенсы. Потому что... Не, все на максимум. Все на максимум. Так, чувствительность камера мышь. Так, а если мы сделаем так, и мы сделаем вот так. Во, 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 ребят, вот это уже, вот это что-то вроде похоже на правду. Вроде что-то где-то да. Да, теперь отлично. Теперь отлично, теперь давайте смотреть, что нас теперь тут ждет. Так, угу. Забыл на Ешечку присесть, на Эфочку собрать. Блин, надо было раньше себе в настройках полистать. А где наши... Где наши, как говорится, вещи, мне интересно. Так, бонжур. Угу. Ножик, понятно, ножичком понятно. А можно ли мне... Можно ли мне наш дробовик... Донде стала библиотека? Так, интересно, где он? Ага, вот он где. Так, скрытное убийство. Незаметно покрадитесь в врагу сзади с ножом в руке. Вы можете бесшумно, хорошо. Давай попробуем.
Все, до побачення. Хорошо, хорошо, хорошо. Теперь мне нужно... О, мои вещи. О, наши вещи. Так, теперь мне нужно понять, как туда пробраться. Так, парирование врагов. Держав в руки нож, можете так удалять, значит, space, когда в правом нижнем углу появится подсказка. Даже если вы сделаете до появления подсказки, Леон успешно парирует удар. А ну. Давай. Ну, будем считать, что я сделал парирование. Я так и не понял, конечно, да, но ладно. Блин, да таким ударом, я думаю, он, в принципе, и без ножа справится. Так, где наши вещи? Я же где-то тут видел. Ага, вот туда, наверное. Ах ты, падла, я не заметил. Да, все хорошо. У котика болит, у монстра болит, у тебя не болит. А что мне делать? Через окошко, да, наверное. Да, через окошечко. Да. Сейчас я подойду. Сейчас ты мне расскажешь. А ты меня видишь, да? Нет, ты меня не видишь. Хорошо, все, спокойной ночки, отдыхай. Дайте мне, пожалуйста, дробовик мой. Ага, вот мои вещи, да? Ага, то есть мне бежать сейчас нужно будет, правильно понимаю? Или нет? Заперто. Ладно, на счет три беги. Раз, два, три. Надеюсь, мы успеем. Ну что-то по звуку я слышу, что мы не успеваем, да? Опа. Та ты шоля. Все. Нормально, теперь у нас все есть. Да, это все мое, это все мое. И это мое. Угу, а ключика у нас нету. Я так и не нашел ни одного ключа, самое прикольное. Самое интересное, что я не нашел так ни одного ключика. Во! Вот это я понимаю. Вот это мы сейчас будем разбираться с вами, ребят. Сейчас мы поговорим. Ой. Незнакомец, иди сюда. Не пойду. Кто это? Без понятия. Ну, что-то как-то не внушает он мне доверия. Ну что, давай поторгуем. Торговец, привет. Здорово. Так, торговец, оружие и предметы можно продать торговцу за песеты. Вы также можете улучшить или починить ваше... Ага, поручение торговца. Выполните задание из синих записок, поручение... Понял, добавлен купон на особое улучшение. Я обновил ассортимент, друг. Так, улучшить. Давайте посмотрим, что мы сможем с вами улучшить. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, чужак, так. И я сотворю с ним чудо. Перезарядка, эксклюзив. Блин, 15 тысяч. Нужно, приходи, а мне всего лишь 8. Но не кричи на меня, пожалуйста. Не кричи. Так, прочность. Повышает прочность. Блин, давайте, наверное, накопим, да? Боеприпас 6 из 5, не, в принципе, не надо. Перезарядка тоже. Хорошо. Купить. Что мы сможем с вами купить? Идет в подарок. Тебе важнее деньги или жизнь? Выбор прост, друг. Позволяет
Создавать стрелы из материалов. Не, стрелы нам не надо. Это нам тоже, наверное. Коряк? Корячок? Или что это, или Мося? Корячок или Мося? Не, давайте, наверное... Давайте, наверное, мы с вами... Готов купить почти все. 500 куриное яйцо, 500. Да не, нам понадобятся материалы, зеленые травы. Давайте, наверное, будем сейчас с вами собирать денежки. Так, ладно, за 3000 продать. Как продать? Если собрать из этой красоты сокровище, его можно продать дороже, чем каждый камень по отдельности. Славная сделка. Все, продать. Ключ от охотничьего домика может нам пригодиться. Так, самоцвет. Ну, давайте тоже продадим. С тобой приятно вести дела. Во, 11 косарей, ребят. Объедини ее с самоцветами, и тогда я предложу гораздо больше. Все хорошо. Давай улучшать теперь дробовик. Я предлагаю улучшать дробовик за пятнашку. Держи, бум. Попробуй. Да. Такой специалист, как ты, сразу заметит разницу. Перезарядка, скорострельность. Ну, скорострельность нам, в принципе, не нужна, а вот сила увеличится, это хорошо. 23 косаря. Если хочешь остаться в живых, улучшай свое снаряжение. Хорошо. Все, а можно мне выйти просто? Чем еще, Мак? Приходи в любое время. Без проблем. А что тебе тут нужно? Нужно перебить крыс, которые заполнили завод. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Ладно, разносили какие-нибудь болезни. Лучше пристраиваться, уничтожить всех крыс. Заброшенная фабрика. А заброшенная фабрика у нас находится на эмочку карта. Так, заброшенная фабрика сзади нас, да? Ну давайте посмотрим. Возьмем с собой пехоль. Так, это что у нас тут? Патроны, отлично. Это эфочка. Хорошо. И давайте сохраняться. Так, сохранить игру. Отлично, отлично. Смотри, даже еще вернули, правильно? Это хранилище. Блин, можешь продать вот этот головолом? Сколько он нам даст за него, интересно? И страж 9. Давайте попробуем продать. Привет. Давай попробуем продать. Так, головолом. Нам все равно, рубины или рванина, спасибо. Бум, и страж 9. Может, страж 9, сколько нам надо там? Двадцаточку, да? А, десяточка. Или сколько? Погоди, 23 косаря. У тебя есть купон? Не перебивай меня. Выбери оружие, чужак, и я сотворю с ним чудо. Не перебивай. Славная отлично. Давай теперь мы силу. Попробуй-ка это. Отлично. А ты потрошки продаешь? Или не продаешь ты потрошки? Попробуй-ка новое оружие, чужак. Вдруг оно спасет тебе жизнь? Да не, мне... Без нужной суммы договориться не получится. Хорошо, хорошо, хорошо. Все, по максимуму свой дробовик прокачали. Это хорошо. Теперь давайте смотреть, что мы можем с вами делать. Так, боеприпасы. Так, дробовик. Мы не можем. Жалко, разные травы. Травы можем. Так, создать. Не можем. Хорошо. Что у нас с вами есть? Смесь трав, порох, материалы. Угу. Окей, идемте зайдем в эту... такую штуку и попробуем перебить крыс. Идемте посмотрим, что у нас тут с крысами. Правильно понимаю, они же тут же находятся. Да.
Крыса. Есть. Одна из трех. Шик-шик-шик-шик-шик. Кто это делает? Блин, а никто не помнит, как включить фонарик на F-очку? Не, не на F-очку. Ага, стоять. Так, Сенсу я тоже, да, больше тут сделал для пистолета. Ну, пусть будет. Пусть будет. Я думаю, нам не повредит. Во. Хорошо. Е-бэйби. Так, где наши сокровища? Наши сокровища тут находятся где-то. Значит, мы что-то с вами упустили. Сейчас сходим, посмотрим, что мы упустили. Походу, именно вот где-то вот тут находится, где мы с вами дверку, да? Открывали. Здесь сокровища? Да, вот в ящичке. Ага, у нас ключика нету. А где нам ключик искать? А где нам ключик искать? Ну и ладушки нету, так нету. Я, в принципе, не сильно расстроен. Ты выполнил просьбу, да? Да. Славно. Что могу предложить? Угу. Продать, продать. А что ты нам дал за это? Что ты нам за это дал? Нам все равно, рубины или рванина. Разница лишь в цене, которую мы назначаем. А что ты мне дал? А, вот, смотри. Что мы любим разные травы. Карта, на которой отмечено сокровище, спрятанное в окрестностях. Так, лазерная система. Это что у нас, пистолет? Так, с пробивными действиями и очень слабой отдачей. X5, а у нас всего лишь X3. Блин, ну давайте пособираем. Чем еще? Приходи в любое время. Давай еще пособираем. И может мы с вами сможем, блин, на Ешечку приседать. Может сможем купить себе этот пехоль. Я, в принципе, буду не против. Но не приседай, все. Так, давайте выберем с вами дробовик. Мой любимый прокачанный. Так, вот ты где. Ага, ага. Орёл. А куда нам надо? Орёл. Так, а здесь просто находится у нас бриллиант, он нам не нужен, а нам нужно попасть, получается, вот сюда, отсюда, вот сюда, да? Или как? Дополнительная цель. И как мне к тебе попасть? Ну, по-любому, сюда. Ладно. Идем смотреть, только сейчас одну секундочку. Все, вроде нормально, вроде нормально. Я без понятия, где ты, но... Лучше нам отсюда выбираться. О, здорово, давай сейчас проверим дробовик. Шикарно. Просто шикарно. Блин, может сенсу поменьше сделать? Ну, посмотрим, если будет мешать, то сделаем поменьше сенсу. Но я не люблю, когда вот этот еле-еле медленно душа в теле двигаешь. Так, мы правильно же идем? Да, вроде правильно. Я на это надеюсь. Наверное, нужно будет на лодку сесть, да, куда-то? Это что у нас? Это у нас без понятия. Ладно. Все, назад мы уже не поднимемся. Ага, ты меня заметил, да? Ладно. Бум. Здорово. Так. Все, до побачення. Тихо. Не-не-не, давай без вот этой вот. Кажется, давай вот без вот этого вот. Так, лечебный спрей, прикольно. Все, теперь у нас есть с вами еще одна дополнительная аптечка. Здорово. Давай, подходи.
Тихо. Ну все, нечестно, но я же перезаряжаюсь. Падла. Все, хорошо. Блин, осталось 9 штучек. Воу. Парниша, ты чего? Нормально же общались. Все. Шикарно. Блин, не зря дробовик прокачал. Кто это сказал? А. Что? Марко. Поло. Марко. Поло. Так, отлично. Попользуемся пока пехолем, наверное. Так, давайте посмотрим, что у нас тут есть. Ага, у нас еще кто-то тут есть. А ты где? Ну, дай знак. Говорится, дай знак, где ты находишься. Так, нужно, я так понимаю, полностью все уголки обходить. Потому что по-любому что-то будет запрятано. Кто это? Кто зашел? Марко. Алло. Не, я не залутал, погоди. Я тебя не залутал. Стой. Бонжур. Как оно, ребят? Нормально. Как себя чувствуете? Блин, можно было, конечно, гранату кинуть, но я берегу гранату для босса. Слышь, а тебя не смущает, что у тебя башки нету? А что ж ты молчишь, что ты сзади идешь, падла? Все. До побачення. Все? Закончились или нет? А можно мне, кажется, можно мне всех посмотреть? Можно, чтобы все так сюда лезли? Блин, я по звукам не могу понять, откуда они лезут или не лезут. Да блин. И не говорим. Слышь, а сколько вас там? Скажи, пожалуйста. Сколько вас там? Я, конечно, все понимаю, но можно... Можно перерыв сделать. Так, а что меня так... Камера дергается. Чё у меня так дергается камера? Все, минус, хорошо. Минус. Здорово. Больно, да? Понимаю. Понимаю, больно. Ладно, так, дайте мне, пожалуйста, осмотреться. Ребят, вы, конечно, молодцы. Вы охраняете свой замок, крепость, дом. Я не знаю, что это у вас тут, но... Дайте, пожалуйста, осмотреться. Так, ну вроде все залутали. Вроде тут ничего нету. Ну, кроме вот этого вот ящичка. Что это? Патрошки для дробовика пусть будут, да? Не, для пистолета 10 штучек. Ладно.
Пистолет тоже хорошо. Так, идемте смотреть, кто у нас тут есть. Блин, я слышу, еще кто-то топает. Ну ладно. Ну ладненько. А куда нам идти? Куда нам? Не наверх ли нам идти? Да, наверное, наверх нужно идти. Только как нам туда к ним? Как нам туда к ним пробраться? Вот это вот хороший вопрос. Где ты? Слышь, малыха. А ты откиснуть не хочешь? Умничка. Ага, ты мне тут бомбочки, да, начинаешь кидать? Хорошо, хорошо. Что нужно сделать? Ага, я нашел какую-то шестеренку. Шестеренка, эмблема. Это, по-моему, мне нужно сейчас вернуться будет назад, правильно я понимаю? Нужно будет вернуться сейчас вот сюда. Вот эта вот дверка. Отсюда, наверное, мы пройдем вот сюда уже. Или нет, или да. Ну тут тупик, походу, все, тут ничего нету. Тут, походу, тупик или нет. Подъема я, короче, не вижу на второй этаж. Если кто-то видит, дайте знак. Давайте тут посмотрим, что тут есть интересного. Ага, ключик, да, нужен будет? Маленький ключик. Угу. Предлагаю вернуться назад. Зайти в этот, как его... На завод и посмотреть. У нас ключик появился. Мало ли, вдруг там что-то вкусненькое лежит. Здорово. Ах ты, падла. Сам козел. Сам дурак. Понял. Да все, 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 все. Откисай, пожалуйста. Пожалуйста, откисай. Блин, нужно будет сейчас вернуться назад. А может, нам и нужно назад возвращаться? Я не знаю, честно, без понятия. Прохожу игру в первый раз. Я понимаю, что это ремикс, что типа до этого была эта еще игрушка, но я в нее не играл. Да и эту я игру чисто случайно так нашел. Так, ага. Так, мне не спрыгнуть, да? А тут я могу вроде спрыгнуть, хорошо. Я же чисто случайно нашел эту игрушку и... Решил, если не будет лагать, оно, в принципе, лагает, и качество не такое, как бы мне хотелось бы, но... Ну ладно. Побежали, уходим. Все. Че сказала? Да сколько вас вообще? Все, 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 все. До побачення. Сам ты трусо. Я не трусо. Так, а ну дай-ка ты сюда. Давайте потратим. Здорово. В смысле? Алло. Алло, вы чего? Так, все, побежали. Побежали обратно. Хорошо, мы с вами справились. Осталось 5 патрошков. А сможем ли мы сейчас с вами скрафтить? Давайте посмотрим. Патрошечки, патрошечки, патрошечки. Патрон для дробовика, да. Бум, хорошо. Так, травы, травы, травы. 3 плюс 3 плюс 3 трех зеленых трав восстанавливает втрое больше здоровья, чем один пучок зеленой травы. Бум. Хорошо. Все, с вами все потратили.
теперь бегим к торговцу. У него сейчас... У него мы сейчас... Нет, не сюда. Вот сюда. Давайте посмотрим. Порадуй себя. Привет. Здорово. Давай. Что покупаем? Продаю. Продаю рубин. Продаю рубин. Дорого, спасибо. Пожалуйста. И хочу тебя купить, купить, купить. У тебя потрошков нету? У меня все товары высшего качества. Погоди, увеличивает... Ага, мы можем увеличивать себе это, какие размер кейса. Лишнее всё. Пространство не повредит. Да, согласен. Чужак. Сам чужак. It's me, Марио. Я продаю много отличных товаров, чужак. Ты только там не убейся. Всё. Хорошо. Давайте сохранять. Сохранять и сохранять. Идемте с вами вернемся назад в этот, как его... Вот сюда, на завод, и посмотрим. Тут где-то у нас был маленький ключик, да? Подходишь? Подходит, отлично. Удиви меня, пожалуйста. Ага, элегантная маска. Мы тоже сможем тебе продать. А ну, слышь? А ну, иди сюда. Привет. Здорово. Итак... Чем я могу тебе помочь? Можешь ли ты ее купить? Да, за 5 косарей, смотри. Неплохо. Славная сделка. Так, починить. Починить сломанный ножик. У тебя есть купон? Славно. Выбери оружие, погоди, чужак. Погоди. И я сотворю с ним чудо. Кухонный нож. Кухонный нож. Кухонный нож. Не, ну в принципе, ага. Боевой нож. Починить за 2500. Ладно, давай. Плевое дело. Так, сила. Сила за пятерку. Пехаль. Увеличивает максимальный боезапас. Да, давайте, наверное. Твое оружие в надежде. Держи, попробуй. Во, всё, хорошо. В любое время. Отлично. Шикарно, отлично. Главное не забывать сохраняться. Все, идемте вставлять и смотреть, что нас с вами ждет. Так. Ага, мне еще тут крутить нужно, да? Так, а как мне перевернуть? Погоди. Мне надо перевернуть его. Во. Перевернуть АД. Ага. Стой. Во. Ля. Ля, я умный. Шикарно. Так, по-любому нас, наверное, там босс ждет, да? А нет, не босс. Просто обычные... Обычные людишки. Ой. Так, тихо, да? Донде стали библиотеки. Ой, здорово, дед. А ты что тут делаешь? Но. Ах ты, падла. Ах ты, падла. Блин, я думал, мы уже нашли общий язык. А ты вот такой, да? Погоди, тут что-то где-то опять нужно. Где оно? Слышите звук? По-любому какая-то штука, которую нужно расстрелить, да? Ну, где ты? Ты же где-то тут, ага. Вот ты где. Я был прав. Это эта штука, которую типа мы собираем. Так, теперь берем дробовик. Сама такая. Идем смотреть.
Материалы. Так, судя по звукам, она типа меня нашла или что? Сапфир, хорошо. Плюс еще пару косарей. Донде стали библиотеки. Плюс еще пару косарей в нашу копилочку. Блин, ну этих можно, я думаю, в принципе, не бояться. Думаю, этих, в принципе, можно не бояться. И так с ними разобраться. Да-да-да, я тут, иди сюда. Что такое, больно, да? Больно в ноге. Ай, больно в ноге. Блин, прикольно, как они падают. Мне нравится, как они реализовали. Мне нравится, как они реализовали. Сейчас, секундочку, давай посмотрим. 36 минут, да, мы уже записываем. Давайте дойдем до какого-то момента. До логической, как говорится, финала сцены. И будем заканчивать. Как раз, я думаю, ролики по 40 минут, в принципе, отлично. И немного, и немало. Так, а вот этот вот звук мне уже не нравится. Тут кто-то рычит. Слышите? Так, по-любому какой-то здоровый мутант. Так, что тут есть? Что тут есть? Давайте смотреть. Эфочка. Ух. А, их влияние уже не то, что прежде. Угу. Окей. Уничтожай кукол. Не дай спуску этим. Этим. Хорошо. Будем сейчас мы кукол уничтожать. С вами уже 3 штучки, по-моему, мы уничтожили, да, если не ошибаюсь? Так, один где-то здесь находится. Один где-то здесь находится, и один где-то прямо вот тут. Два из 16. Ага, не, мы походу не соберем с вами. А, здорово. Это ты, да, с бензопилой здоровый такой? Понял, давно мы тебя не видели. А у меня, по-моему, где-то тут гранатка даже для тебя есть. У меня, по-моему, даже для тебя где-то гранатка тут есть. Лови подарочек. Здорово, бабуль. Не-не-не-не-не-не-не-не, уходи, пожалуйста, уходи. Ага, правильно, бей своих, чтоб чужие появились. Ну да, мне с тобой придется сейчас поработать, так сказать. Все, пруд и пруд. Так, ладно, тихо, где мой дробовик? Где мой дробовик? Дай сюда, дай дробовик. Дай дробовик. Наконец-то. Изумруд, хорошо. Тихо. Все, спи. Все хорошо, дядя шутит. Так, закончили, да, с этими? Отлично. Так, ребят, все, увидимся с вами в следующей серии. Наверное, с этого места и продолжим. Так что все, всем мур-мур, всем пока-пока и до потом. Как говорится, в следующей серии будет следующая серия. Все, всем удачки.